Всем привет, ребята! Сейчас я буду делать то, что от меня постоянно требуют мои партнеры, а я постоянно не выполняю вот такой безответственный. Но, в принципе, на самом деле делать это нужно. Рассказывать, чтобы потом люди не писали в комментариях, а где, а что, а почему я не знал. Итак, по порядку. Первое. Моя книга. Кто-то уже читал книгу. Книга называется «Читая стихи». Кто-то читал на Литресе, кто хочет почитать объективные отзывы от людей. На Литресе много отзывов написано, там что-то под 200 уже. Я, как всегда говорю, ребят, я не имею права давать оценку своей книге. Но это неправильно. Люди должны давать оценку книге. Но в целом я постарался. Что в книге? В книге, вот на сзади написано, у каждого стихотворения есть своя история. В книге мы получаем 52 стихотворения моих из старых песен, из новых песен. Но к каждому из стихотворения в прозе идет рассказ. Что непосредственно произошло в моей жизни, натолкнуло меня на размышления, потом написание определенного стихотворения или определенной песни. Ну, в общем, посмотрите. На наших концертах я часто разговариваю, недолго, естественно, между песнями, и какие-то аспекты рассказываю, как бы предварительная история к песне. И так получается, что многие уже в курсе благодаря книге, как, что и произошло, и почему была написана определенная песня и стихотворение. Размещаю ссылку. Там, кстати, есть экземпляры с моим автографом. Если кто-то видел, да, летом я выкладывал видео, где я подписывал 500 экземпляров. Они должны были еще с автографами остаться. Там разница в цене, по-моему, 100 рублей, что ли. Ну, я не из тех людей, которые из-за автографа давайте-ка поднимем стоимость книги на 100%. Ни в коем случае. Поэтому успевайте, забирайте, читайте. И еще дальше. По поводу мерча «Северный человек». Спрашиваю часто, где футболки, где наклейки, где что, где чего. Размещаю ссылку. Ссылка одна, там все. Заходите, смотрите, там связь есть, там админы есть. Занимайтесь там. Там много чего происходит на самом деле, много чего сделали. Много мне привозят всяких прикольных, интересных вещей по атрибутике «Северного человека». Но если брать как официальную структуру, где мы уже как бы отвечаем за качество наклеек, за качество футболок и так далее, то ресурс он один, поэтому принимайте, берите, смотрите.